Добрый день, Дмитров. В этом доме 30-х годов, 40-х, 20-го века жил и работал известный русский художник, моряк и изобретатель Голицын Владимир Михайлович. Видите, в 43-м году его не стало, но там, видимо, он был репрессирован тоже. А, друзья мои, сегодня я вышел выгуливать своих львов. И именно захотели они, мои львы, постоять на доме Владимира Михайловича Голицына. На бывшем доме музея. Вот это пустынный лев, 1998 год, а это лев в тени родного дома, 1997 год. Все картины холст масла. Сегодня я их выгуливаю. А знаете для чего? Я их поставил у стенки вот этого Владимира Михайловича Голицына, чтобы этот дом снова стал мемориальным домом, музеем Владимира Михайловича, а не каким-то отделением администрации. Что-то архитектура какая-то, еще что-то. То есть был музейный дом, а стал не музейный. В общем, выгуливаю львов, ребята, а львы, они у меня любят перемены. Как я, Александр Елизарай.